Здарова всем, ребята, меня зовут Кента ПК, и прямо сегодня хотел бы вам показать самый жесткий, самый нереальный и самый читерский клан читеров. Просто я скажу так, вы такого никогда в жизни не видели, я вам это гарантирую. Поэтому, пожалуйста, за такой крутой контент поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну и нажмите на колокольчик. Ну что же, поехали! MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Дамы и господа, я надеюсь, то, что вы уже поставили лайк и подписались на мой канал, потому что то, что будет дальше, повернет вас в шок. Выбираем клан Arrivers. Погнали. В этом клане 8 человек, у них у всех одинаковые аватарочки. Просто... Что? А ну-ка! У чувака ник Кента ПК? Кента ПК? Ага, значит, решили меня простебать, да? Ага, Кента ПК ник себе поставил, да? Прикрываешь ты моим именем, да? Прикрываешь свою жопу моим именем. Окей. Я понял. Так, ну что же, ребята, вы спросите, Кента ПК, давай пруфуй, давай быстрее смотри аккаунты. Без проблем, поехали. Первый, создатель клана, Жан Хлай. Ну что же. Общее время в игре 20 минут. Я думаю, вы понимаете, что тут не просто так, это новый созданный аккаунт. Не просто так, поверьте мне, ребят. Не просто так, у главы клана новый созданный аккаунт, на котором 0 КД, 0 убийств и время в игре всего лишь 20 минут. Ну что же. Вот у парня ник точка. Поехали. О, легенда, да ты что, легенда? Да, это не читер. Не, ну возможно, да проигрок, кто его знает, возможно, я ошибаюсь. Но, если что, мне написал подписчик, что вот этот весь клан попался против него, и не все были с щитами. Ну что же, вот я уже вижу у парня легенда. Смотрим КД в обычном режиме. 8-18, да вы что? Ну тут два варианта, или это жесткий читер, или это охренеть какая киберкотлета. Точность 2% СВМ. Учитывая такую большую точность, даже у меня, кажется, побольше. Я думаю, вы все понимаете, что это читы. Да. Это 100% читы. Смотрите, в соревновательном режиме точность 1.5%. Но, возможно, знаете, что возможно? Возможно, он бустился вместе с читером. Возможно, он не читер, но бустился вместе с ним. Ладно, давайте смотреть дальше. Вот еще парень с ником точка. Просто точечка. Так, опять легенда, да вы что, да, честный игрок, процент убийств в голову 47%, ну да, да, точно с АВМ 0.7%, ну да, да, не читер, да, да, ага, 27 КД, скажите мне только, что это не читер, что это проигрок, только попробуйте в комментариях, я тут по каждому слог тебя, вот посмотрите, КД 28, что вы скажете на это, давайте смотреть дальше. Давайте. Так, опять легенда, кто бы сомневался, мать моя женщина, процент убийств в голову 51%. Да вы что? Не, ребят, окей, возможно, это не читер, но то, что они бустились вместе с читером, это факт, это 100%, это 1000000%. И посмотрите, у третьего участника подряд легенда, это максимальное звание в стендоффе. А вот теперь самое интересное, парень под ником Кента ПК. Давайте на него нажмем и посмотрим. Кента ПК. Ох уж эти мои фейки. Поехали. Так. Рейнджер. Ну твою ж налево. Почему Кента ПК? Блин, почему он рейнджер? Я тоже хочу глобала. Охренеть, обделили Кента ПК. Время в игре 14 часов. Ну, конечно же, это новый созданный аккаунт. По причине того, что всех их аккаунты, скорее всего, старые банят. Потому что они читеры. Поэтому это новый созданный аккаунт. И опять КД 6.2. Ага. Вот если вы такие киберспортсмены, давайте дуэль. На запись, вы против меня, а? А? Так, ладно, смотрим дальше. Вот опять у парня ник точка. Смотрим КД. Мастер. Ну, почти легенда. Походу, у чуваку не хватило немножко. КД 6.2 в соревновательном режиме. Да даже у скилла, да даже у Лондона КД ниже, чем вот это. Процент убийств в голову 44%. Ну да, скорее всего тоже читер. Скорее всего тоже читер. Посмотрите, точность 4%, но процент убийств в голову 44,9%. Ну, ребятки, да, это читер.
ты. Так, ну что же, осталось еще два участника в клане. А, и да, кстати, обратите внимание на их ID. У них у всех ID начинаются на цифру 6. То есть это новые созданные аккаунты, и это 100% читеры. Ну, пацаны, посмотрите, видите, у всех абсолютно новые созданные аккаунты. Так, ну что же, смотрим дальше. Парень под ником Еу Санд Трипи. Тоже легенда, мать моя женщина. И КД 08. А ну какой тут КД? 272. Не, вот, вот этот парень, я могу сказать 100%, он не читер, но он играл в тиме с читерами. Это 100%, это миллиард процентов. Вот этот парень, он не читер, окей, я не спорю, но он играл в тиме с читерами, потому что, ну, нереально получить, мать моя женщина, легенду с КД 080. Точно с АКР 6%. Охренеть, пацаны, он, походу, слепой еще. Смотрим дальше. Парень под ником Аполлинария. Так... И опять легенда. И опять КД 0.75. Окей, я понял. Значит, у них в клане так. Пол клана у них просто читеры. А пол клана играет вместе с читерами. И посмотрите на точность СВМа. 0.8%. 0.8. Братан, ты там по кому стреляешь? По воробьям или как? 0.8%, ребят. Я не знаю, или он играет в один палец. Знаете, там кто-то играет в три пальца, кто-то в пять. А чувак в один играет. Вот это да. Но тем не менее, у него тоже легенда. Ну да, да. И статистика. В обычной игре КД 10.3. Ну, ребята, для меня лично все понятно. Скорее всего, этот парень или читер, или просто играет вместе с читерами. Для меня тут все ясно, как светлый день. Ну что же, ребятки, мне прям очень сильно интересно ваше мнение по поводу данного клана. Пожалуйста, напишите его снизу в комментариях, потому что мало ли опять скажут: «Да Кента БГ, ты просто нуб, ничего не понимаешь, это не читеры». Это не читеры, да? Вот напишите ваше мнение о этом клане. И как вы считаете, стоит ли их забанить или нет? Я такого мнения, что это самые наглые читеры, которых я когда-либо видел. Поэтому, ребята, их надо 100% забанить. Ну что же, мои уважаемые подписчики, обязательно поставьте лайк, если нравятся подобные видео про кланы, про аккаунты и так далее. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший позитивный комментарий. С вами был ваш Кентуха, всем удачи и всем пока!